Всем привет! Привет! Меня зовут Юля. Меня Герман. У нас была 6 июня классная свадьба под Новый год в Париже. Герман сделал мне предложение. Да, это было непросто. Да, он сказал, что в июне он уже взял отпуск, поэтому свадьба будет в июне. У меня еще было столько идей, столько планов, полгода впереди. И мы не спеша начали готовиться к свадьбе, но время бежало так быстро, что мы не успели оглянуться, и уже вот-вот июнь. Долго выбирали платье, долго выбирали кольца. Очень долго выбирали костюм. Костюм это было самое долгое. Да, дольше. Всем очень сложно было подобрать наряды. Вокруг него одни девы, и я, и мама. Да, поэтому они долго не решались, какой бы мне костюм. А мы такие требовательные дамы. Хотели, чтобы ты был одет с иголочки. Да. Затмил меня. Ну, так и получилось, я был идеален. Смотрели на свадьбе, все говорят, ну, шикарный костюм, супер, у тебя голубые глаза. Сказали, жених лучше невесты. Лучше? Да. Не может быть такого, ты у меня самая лучшая. Герман будет собираться у нас дома. Ну, конечно, Герман хотел, чтобы она дома собиралась. Ну, Юля настояла на своем. И я собиралась в гостинице, а Герман среди этого шикарного интерьера под его синий костюм очень подходило все, поэтому лучшего места было не найти. Когда настал день свадьбы, Герман приехал ко мне с красивым букетом цветов, забрал меня из гостиницы. Да, да, помнишь, есть, да? Да, о чем я говорю, конечно. Ты молчишь. Свадьба у нас получилась очень классная, нам безумно понравилось, друзья в восторге, родители... Да, будет говорить она всегда. У меня много слов, я могу. Вот. Родители не ожидали, что мы сможем все так классно сделать. Они принимали минимальное участие, но тем не менее они остались тоже очень довольны. Пытались влезать и нам помогать. Что много говорить, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. I tell her every day. Yeah, I know. When I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see her. So beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say when I see you. The realest. If you don't feel it, then you don't feel it. Don't conceal it, don't be fake. You look great, don't need silicone to build it. A Botox to kill it, you just killing off spirit. And you the one that you gotta live with. So don't get caught up in appearance. And see the inner beauty when you look off in the mirrors. Not a thing that I would.
да, тут уже намерили платье, и вообще уже совершенно другие эмоции, когда меряешь его в магазине, когда его в свадебный день одеваешь. Я сидела и ждала своего жениха, и тут зашел он. И тут я позвонил, что еду. Ну нет, ты уже зашел. А, я уже зашел? Сразу прям? Давай, говори, что ты позвонил. Ну, я позвонил своей любимой. Сказал, что я еду, но мне сказали еще рано ехать. Да, едьте медленно, да, сказали. Ну, как медленно ехать 2 квартала. То я был рано, еще пофоткался в отеле, сходил там по округе, походил, других невест посмотрел. Что можно заходить к ней. И вот, ну, я говори, зашел, говори. И увидел ее всю такую красивую, аж упал на одно колено. Когда я увидела его, его голубые глаза были еще голубее, чем обычно в этом костюме, и он был такой нарядный, такой веселый, такой счастливый, с этим красивым букетом. С этим... на супердевушке. С этим букетом это было что-то. И у нас было немного времени, мы решили поехать в парк. Ну как немного? 2 часа? Да, поехали, мы решили поехать в парк. Погода была хорошая, был солнечный день, был ветерочек, было не жарко. Да, и... отлично было. Да, мы пофоткались, и потом мы поехали в ЗАГС. Okay.
sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Тут открыли двери. Сначала музыка эта торжественная. Мы... Я думала, что я расплачусь, но на это просто не было времени, потому что зал очень большой, нужно было очень далеко идти. Мы шли, пришли наконец к этому месту, где должны были стоять. И тут началась регистрация. Начал регистратор что-то говорить, мы стараемся ее слушать. Я думала, что куда смотреть, потом уже идти надо было расписываться. Она стала идти. Мы... Побежали быстрее, расписались, да, на место. Не поцеловались. Я думаю, когда целоваться? Когда? Начинается гимн. Да, она хотела целоваться во время гимна со мной. Я уже целоваться, все встают в гимн. Да. Кольцами. Обняться кольцами. Мы пошли обняться кольцами, и Герман говорит, ну, да, давай, давай целуй. Ну, Герман успел меня поцеловать, я еле среагировала. Она убегала от меня. Доброта, забота о близком человеке делает семейную жизнь счастливой.
только от ваших совместных усилий зависит прочность вашего союза. Берегите горячие желания любить. Радость сегодняшнего дня пришли разделить с вами ваши родители. Самый дорогой подарок, который можете преподнести своим родителям, быть счастливым. Уважаемые родители, позвольте поздравить вас и пожелать, чтобы союз ваших детей стал крепким и счастливым. Уважаемые супруги, сохраните взаимную любовь. Уж всегда и во всем вам сопутствует удача. А сегодняшний день станет одним из самых счастливых дней вашей жизни. Уважаемые родители, приглашаем вас поздравить своих детей. Гости поддерживают нас бурными аплодисментами. Когда мы вышли из ЗАГСа, первые впечатления, если честно, было очень много суеты, да, у нас было много мыслей, куда бежать, быстрее фотографироваться. Мы еще хотели сделать прекрасный подарок нашим родителям, успеть сфотографироваться, распечатать фотографию, вставить ее в рамку. И как-то не ощутили, да, то, что у нас была прям семейная жизнь, началась с этого порога. У меня пришло осознание на следующий день, когда мы поняли, что мы забыли свидетельство о браке в ресторане. Вот тут я почувствовала ответственность, надо было как-то проследить за этим. Это первый документ нашей совместной жизни, а мы так халатно к этому отнеслись. Поэтому мы быстренько помчались, все исправили, пришли, все себе хорошо. Don't take the free ride in your own life.
today was your last day, and tomorrow was too late. Could you say goodbye yesterday? Would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you have. And what you call those friends you never see? Reminisce on memories. Would you forgive your enemies? And would you find that one you grieve in us? Where up and down the God above, that's you finally fall in love. Today was your last day. If today was your last day, would you make your mark by mending a broken heart? You know it's never too late to shoot for the stars, regardless of who you are. So do whatever it takes, 'cause you can't. Just say goodbye to yesterday. Would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you have. And would you call on friends you never see? Reminisce on memories. Would you forgive your enemies? And would you find that one you dream in us? Where I'm с хлебом солью. Возьмите и отломите такой кусочек, насколько вы голодные. Только не съедайте, я понимаю, что сверхголодные. Кого кусочек больше? Смотрите, по традиции говорят, у кого кусочек больше, тот должен, как самый голодный, я не зря спросил, должен каждое утро отсыпаться, потому что самый не голодный, а будет готовить ему завтрак. Аплодисменты! Молодые, посолите эти два кусочка.
да сильнее вы солите. И опять же, это требует традиции, не я это придумал. Накормите друг друга, и нечего так было друг другу солить. Друзья, аплодисменты! Смотри, еще выбирает, сама посолила, еще выбирает. Поздравляем вас с этим праздником. Совет вам да любовь. Пусть у вас в доме всегда будет тепло, уютно, счастье, здоровье, мир, мирное небо. Осыпаем! Осыпаем! Друзья, также не забывайте, после того, как вы подарите подарок, встаньте с левой и с правой стороны и сделайте памятную фотографию вместе с молодыми. Горько, она еще качает. Ура! 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 Спасибо, ребята.
Давай, ну что, давай. Мы наши родители, возьмите, пожалуйста, бокальчики, будете все вместе и поаплодируйте еще больше, пока они выходят. Дорогие наши детки, любви вам, нежности, внимания, побольше радостных минут. Пусть в сердце будет понимание, а в доме будет счастье и уют. Вот это значит день. Хочу пожелать вам любви, здоровья, счастья. Радуйте нас, пусть у вас дом будет полная чаша здоровья, любви, детей, тепла и добра. Поздравляю. Такие четверостишья, сколько в море, океане желтого песка, столько счастья вам желаю на своем веку. Ну так, от себя. Друзья, ну и звон бокалов, пускай прольется в данном зале, и это только начало нашего вечера. Уважаемые дедушки и бабушки, друзья, давайте поаплодируем и дадим возможность сказать свое слово. Все мы пришли сегодня, это такой очень трогательный праздник. Это сочетание брака Юлечка и Герман. У нас в семье все девчонки. И жена девчонка, и дочки девчонки, и три внучки девчонки у меня с моей женой Люсей. А теперь у нас в семье появился новый член нашей семьи, внук Герман. Желаем вам только здоровья, крепкого счастья, друг друга любить, друг друга уважать. Никогда не ссориться. Надо мудро быть, где-то пропустить что-то, где-то пожалеть, где-то поласкать. И тогда у вас будет все хорошо. Любви вам и счастья на всю жизнь. Здоровья вам, счастья, совет вам, конечно. Честь молодых за такой прекрасный, а главное, мудрый тост. С таким прекрасным праздником, с этим днем. И вот мы вам желаем, значит, любовь – это там, где совет, а счастье – это там, где в сердцах, а в душах свет. Вот вам такую еще дали маленькую книжечку напоминание молодоженам. Это не просто книжечка, это магнитик на холодильник. Это вы просто перелистывали. И в довершение ко всему, вставайте. Вот такую вот любовь мы вам дарим, чтобы она всегда-всегда была, вам всегда напоминала об этом счастливом дне и о том, что любовь – это самое главное в жизни. Ну и звон бокалов раскатистый, да, я так понимаю? Крики Горького у нас сегодня такие очень скромные. Пускай все сбудется у вас, чтоб как медовый месяц сладкий стал каждый день и каждый час. Я вас сильно-сильно люблю. Среди родителей есть один человек, который, наверное, вот если взять их вместе, он переживает в три раза больше до второй половины. Друзья, давайте соблюдать традиции, пускай этот танец сейчас включится. To be so easy to give my heart away.
But I found out the hard way, there's a price you have to pay. Друзья, ваши аплодисменты, Тане за отца и дочери. Навстречу к отцу и дочери выходит Герман. Действительно, человек, в котором он уверен, который знает, что он будет так же ее любить, так же баловать. Первый танец — это такая была трогательная очень часть нашего торжества. Потом все уже более-менее расслабились. Сразу начали, да, воровать туфельку. Да, уже началось, беспредел начался, да. Что еще? Самое классное — это была фотобудка. Прям понравилось, да, весело очень было, толпы стояли. Да. Больше, чем к нам, да? Да. Дай мне разгадать тебя, прикоснуться к твоей тайне, отпустить любовь, ты стая, шанс понять тебя. Ты дай мне разгадать тебя. Дай мне шанс с тобой жить, показать, как солнце всходит, как над морем вдруг восходит, звезды хороводы водят. Дай мне шанс с тобой жить. Я искал тебя всегда, как звезда ищет небо. Я желал тебя всегда, как зима жаждет снега. Я ищу тебя, как луч ищет свое солнце. Я дам тебе весь мир, подарю жизнь сердце. Разреши дарить закаты, острова морей безбрежных, сны, мелодии, надежды, страсть, желание и нежность. Разреши дарить закаты. Дай мне шанс подарить крылья, полететь с тобою к солнцу, распахнуть на заре дверцу и отдать ключик от сердца. Дай мне шанс подарить крылья. Я искал тебя всегда, как звезда ищет небо. Я желал тебя всегда, как зима жаждет снега. Я ищу тебя, как луч ищет свое солнце. Я дам тебе весь мир, подарю жизнь сердце. Разрешаем и, честно говоря, призываем.
вы берете в самую сильную руку, а лучше давайте в две. Потому что, когда женщина двумя руками все хватает, все, хана. Уже высказать не получится. Дубль номер два. А, поддержка нужна. Я... Поняла, да? Три, два, один. Мы вас любим! Вот! 54,8. Это в килограммах, если вдруг вы не знаете, килограммов любви. Все, я знал. Вы работаете в органах? Вы включили сирену сейчас, спецсигнал. Готовы? Три, два, один. Взаимопонимание любви! Вы так начали прикольно за взаимопонимание, как прям как сирена. 54 ровно. Все, за вас болеют. Ну ничего, да? Три, два. Детей! Три, два, один, и... Ужас. Давай, сильная леди, аплодисменты ей! Чтобы вы всегда были опорой для друг друга. Герман, чтобы ты был главой семейства, чтобы Юля всегда могла на тебя положиться. Была как за каменной стеной. Юлечка, ну а ты чтобы держала очаг в своих руках, чтобы Герману было всегда уютно, и он стремился приходить домой. Ну и, конечно, детишек вам. Лизе нужны друзья. Ольга! Желаю вам крепкого здоровья, любите и уважайте друг друга. Уважайте также и любите своих родителей. Ну и все, Ольга. Отлично. Спасибо. Друзья, ну, мы немножко размялись, хотя бы понимать. Для тех, кто не заметил, что произошло, расскажу. Во время танцев, пока мы тут вытанцовывали под хорошие шлягеры, всем известные, нашлись люди, которые успели и потанцевать, и не дремать, да? В общем, сперли туфли, нормально, невеста танцевала, так было хорошо. Экзотики хотим. Как вы считаете, что такое? Не эротики, не надо путать. Экзотики, да. Вот что, на ваш взгляд, является экзотичным? Работает, работает. Пока за еду работает. Она подкатывает медленно. С кошельком каким-то. Валя, ты особо не расподтягивайся. Тут смотри. Богатые люди. Дедушка говорит, всю пенсию на, внучек. На. Помолите, помолите купюрой. Времени остается совсем чуть-чуть. 5, 4, 3. Два, один. Садись, кушай, на. Не-не, пока не переливайся. Пока еще это пригодится. Давай я тебе тоже дам подвесочку такую специальную, тоже одень, чтобы вы хоть как-то так синхронно все смотрелись. Дедушка уже вторую пенсию пришел, бабушку забрала. Поклонники из Анапы за ней приехали туда. Готовимся, сейчас перевеска будет, готовимся. 3, 2, 1, туда! Давайте, снова нормально. Ты, Галя, молодец. Не надо, не будем никого обижать.
Все, друзья, аплодисменты обоим. Они молодцы. Ребят, так как вы, ну, чемпионы, отработали обувь, доказали, что они все-таки лучшие в своем виде, дружка и дружки, вы не говорили сегодня тостов, можете прямо в этом одеянии, прямо здесь сейчас сказать для молодых. Вы запоминали такие дни хорошие, но не забывали, что будут трудные дни, да. Это жизнь, вот. И мы хотим, чтобы вы, взявшись вот так вот за руку, вместе прошли через все трудности, невзгоды. И, в общем, вы поняли все. Дорогая моя сестричка, я очень люблю тебя, я очень рада, что ты сделала правильный выбор. Я тоже тебя, Герман, очень сильно полюбила, вы очень хорошая пара. Оставайтесь вместе, оставайтесь счастливыми, красивыми, как вы сегодня. Поздравляю вас. Это вам двоим. Ждет ваши фотографии. Прям, ну, почудачьи там, подрукуйте прям по-хорошему. Вырежите фотографии, вклейте в альбом для наших молодых. Лазер Мэн Шоу.
почему первый должен быть пацан? Продолжитель фамилии. Фамилии. Друзья, если это правильно, поаплодируйте. Продолжитель фамилии. Опровергайте все. Девочку. Девочки, они нежнее. Это будет впоследствии нянька для будущего там, малыша. Это правильно, друзья? Если правильно, аплодируйте. Хорошо. Нянька, какая нянька? Опровергай все за пацана. Давай. Кто папу пьяного заберет на машине нам с вечеринки? Девочка! Шкаф, кто поможет передвинуть папе дома? Да, девочка, что ли? Особенно встроенный шкаф. Очень кто передвинет? Пацан. Все друзья и женихи девочки. Чего? Это женская логика какая-то. Давайте назовем тех самых трех китов, как многие говорят, на которых будет держаться вот вся мощь пацана для родителей. Вот что, вот три кита, вот какую пользу он принесет для родителей? Самых три таких весомых аргумента вот, в поддержку родителей. Что? Что он поможет? Чем для родителей? Один, так. Защитник. Защитник, хорошо, еще. Опора родителей, когда старых. Опора родителей и... Продолжите фамилию. За девочку собрали 2760 рублей. 2760 рублей. За пацана собрали 4400 рублей. Вот так вот. Отлично. Друзья, уже приглашены на маленького человечка, в честь которого они встретятся и хорошенько погуляют, друзья. Здравствуй, лучшее, что было со мной когда-нибудь. Я так долго тебя ждала. Счастье просто дома, просто с тобой, вот просто. И как я до тебя жила. Люби меня долго-долго, чтобы больше не было больно, больно, одиноко. Люби меня долго-долго, невозможно, чтобы не в Каспии Волга воды свои несла. Как я тебя ждала. Ты любишь меня ни за что. Хочешь, как вчера, кино, одеяло и чай. Давай, ты знаешь меня, как никто. На самом деле, хочу пожелать вашей семье благополучия, мира и любви. Ну, а дальше я, пожалуй, продолжу на языке, понятном нашим молодоженам. Я хочу, чтобы ваше объединение прошло без пересечений и накладок. Чтоб не было приостановок, а уж тем более отказов. Да. Ну, а ждем от вас дальше образование путем перераспределения. Пронесите этот день вот, через всю свою жизнь, чтобы он у вас запомнился навсегда. Как вы вот сейчас есть, такие молодые, красивые, заботные, чтобы это чувство у вас осталось до последнего вашего дня. Вот. Здоровья вам, счастья и любви. Здоровья, любви. А для этого, для того, чтобы любовь тоже сохранилась, для этого берегите друг друга, умейте слышать, слушать друг друга. Будьте счастливы. Счастье, здоровье. И самое главное, чтобы никто не ссорился, чтобы никто не спорил. Кто у вас первый не родился, мальчик, девочка, мы их будем всех любить. Мальчиков, девочек. Там наши были здоровенькие. Если будет дочка, ей тоже можно подарить радиовертолет. Я очень рада, что у тебя сегодня свадьба с Германом. Герман великолепный парень, мне он очень нравится. Хороший выбор, молодец, поздравляю. Вот 2 года назад вы были у нас с Германом на свадьбе, теперь мы у вас. Вот, что я хочу пожелать вам. Вот я забеременела через 2 месяца после свадьбы. Пацаном. Да, наш мальчик уже скоро почти год. Так что, Герман, желаю тебе, как тебе.
интенсивным атакам перейти с сегодняшнего дня. Поверьте, вы поймете, что смысл жизни у вас тогда начнется, когда в вашем доме появится маленькое счастье. Вот я понимаю это действительно сейчас, когда моему сыночку почти год, я хочу ему купить все, отдать во все кружки, купить ему всю одежду и вообще думать только о нем. Так что я вам желаю поскорее обрести маленькое счастье в вашем доме. Не планируйте ребенка, не надо, вы никогда не запланируете его. Просто делайте это и любите друг друга. Seen seven wonders over seven seas, but there's a special place when she calls to me. I will return, always return to you. From your smoky mountains to your hallowed ground, nowhere else of equal ever I have found. I will return, always return to you. Языках мира, как он ее любит. Да. Притом, Юлька должна ему отвечать на том же самом языке, но не повторяться. На русском. Я люблю тебя. Она ему отвечает? Спасибо. Все, 21. Я тебя люблю. Вот, отлично. Аплодисменты, друзья, первое. I love you. Как красиво, да, сказал? А она ему отвечает? I love you. Аплодисменты, друзья. Два. Всего лишь два языка.
их лебеди. Стоп, подожди. Глухих гостих. Чего ты, наверное, предложила где-то у других погостих? Аплодисменты, друзья, три, всего лишь три языка, остается всего лишь 13. Тебе уже купил Ауди. А, ТТ. Она ему отвечает. Ты мне какую-то Ауди? Ты что? Купи, ну дальше, купи мне Ладу Приору. Что-то он ей там подмигивает, куда-то предлагает, а она ему отвечает, что? Да сейчас, не сейчас, давай после свадьбы. Все, друзья, пять. Экскурсия. Да? Ну, те, кто хорошо на армянский поняли, что он немножко ошибся. А она ему отвечает, давай. От души Вася, отлично. А вот так вот, и Герва. Отлично, друзья. Ты цыганочку, походу, танцуешь. Что-то, говорит, слушай, туда-сюда, и, короче, мы будем любить тебя всегда. Ответь ему тем же, что это он тебе тут раз это. А, ну понятное дело, он вот так, она вот так сверху. Какая тебя гарная хлопчик. Все. Кьямо. Так, что ему ответить? Да она прям не знает, потому что даже кольцо стало снимать. В шоке. Так говорит, что он мне говорит? Он мне никогда такого не говорил. Итак, отвечай. Еще раз скажи, она ответит. Кьямо. Жоту. Мяу, мяу. Это бывший кот Баскова, друзья. Она говорит, извините, я смотрю дом 2. Не могу. Комары. Комары, да? Все, хорошо, давайте, комары. Своих быков, друзья, аплодисменты. Ваши быки на своих почетных местах, и это здорово. Yeah.
dreaming wide awake. This is the life I make. I don't need a holiday to make me feel this way. Listen up, take a chance, you can sing, you can dance, you can live like there's no tomorrow. Give it time and you'll find there's a rule, there's a rhyme, move along and the rest will follow. Очень веселое бросание бабочки. Была обманка желтые труселя. У нас товарищ, который их поймал, поехал в них на нашествие в Тверь и круто там затусил. Да. Сделал предложение своей девушке. Да, так что скоро все сбудется. Классное у нас бросание букета с красивыми ленточками. Поймала неожиданно самая младшая участница этого конкурса. Так что я думаю, она обставит всех девчонок, которые были взрослее нее. 5, 4, 3, 2, 1, тянем! Есть! Здорово! Давай фокусы! Итак, жених снимает ту самую бабочку, которая красиво, просто, грациозно. Итак, ты готовишься пока к броску. Итак, мужчины, сгруппируйтесь поближе, потому что бросок будет явно не лево, не вправо, а будет где-нибудь посередине. Кстати, тот, кто поймает сейчас бабочку, завтра покупает всем пиво. Всем. Всем полностью. Ну что, уважаемые холостяки, давайте посмотрим, кому же улыбнется удача. 5, 4, 3, 2, 1, бросочек! Молодец! Бабочка в его руках упорхнула. Покажи всем. Это, кстати, знаешь, что это такое? Это первый намек на семейную жизнь, нормальные семейные труселя. Одевай. Одевай, одевай, надо уже готовиться к семейной жизни. Хватит вот находить таких вот трусиков, там, с узенькой резиночкой, надо труселям бы носить, семейные, чтобы все дышало, и галстук там везде был. Все. Бросочек! Yes! Разворачивайся, сюда, сюда, развернись! Небольшое интервью. Я ж пошел, все хотят клише удать. Как зовут? Алексей. Алеша, когда будет свадьба? Не в курсе. Не в курсе? А кто в курсе? Она в курсе, что будет свадьба? Все, я уже и сказал. Да. Она здесь вообще? Да, вот она. Иди сюда. Иди сюда. Мы не у кого спрашиваем, друзья. У нее надо спрашивать, когда будет свадьба. Ходи. Когда будет свадьба? Надеюсь, в ближайшем будущем. Почему надеюсь? Ты должна сказать, свадьба будет, и вот это. Поехали? Ну, примерно, когда бы хотела? Следующим летом. Не знаю, кто.
галочку себе поставили, это забронировано, все. Скажите, а вы когда-нибудь снимались, ну, не было, целовались? Никогда? Ладно, ну хотя бы еще что-то там, ну так, надо что-то начинать, друзья, на 3-4, так скромно, коротко, коротко, щечку, хотя бы щечку, вот щечка, на пол лица щечка. Все, теперь смотри, памятная фотография должна быть у всех, я со всеми женихами так делаю, смотри, ты держи вот здесь зубами, а ты вот здесь, а ты, мальчик, отойди. Сделайте ту самую фотографию, все, смотрим в кадр. Затем вынесли наш шикарный торт. И она начала его резать. И там оказался слой пластика, который нас не предупредили. И мы пытались его разрезать. Да, Герман очень сильный парень. Сделал все как надо. Кусок пластика выпал на пол. Потом, после этого веселого торта, да, мы вышли на улицу и выпустили 100 светящихся шаров в небо. Загадали желание. Свадебный торт, друзья. Поэтому давайте под ваши бурные аплодисменты. Свадебный торт! Громче! Кому вы его отрезаете, чтобы вы могли в микрофон это огласить? Holding you, holding you. It's in your river flows in you. 천천히, 더 천천히 너 맘속엔 강은 흐르고 Holding you, holding you. It's in your river flows in you. Это прекрасный и красивый кусок. Мы отдаем нашим любимым родителям со всей любовью от всего сердца. Holding you, it's in your river flows in you. 천천히, 더 천천히 너 맘속엔 강은 흐르고 Holding you, holding you. It's a new river flows in you. 기다리, 기다리 끝에는 내가 있을까. знаете, пройдут года, и на вашем месте будут стоять ваши дети. Они также гордо будут смотреть в глаза своим собственным детям, вспоминать сегодняшнее число, 6 июня 2015 года, и понимать, как быстро пролетело время. Но не в этом суть, а суть в том, что они сохранят те чувства, они сохранят ту любовь. Взглянув друг друга в глаза, они скажут, что мы сберегли тот огонь, который получили сегодня. Знайте, они сильные, они смогут, они сберегут его и приумножат. Зажгите их новый очаг, и пускай горит у них всегда. Make everything so simple in a crazy world. And I'm trying to find the words to say. You make everything alright just by being around, boy. You make me wanna say. Me home. And your faith in me is all I need, baby. Your love sets me free. Большое спасибо, что вы были с нами в этот день, что вы вырастили нас такими, какие мы есть. Вы для нас являетесь примером. Мы будем
всегда стараться прислушиваться к вам, доверять, уважать. Также большое спасибо нашим друзьям, которые нашли время разделить этот радостный день с нами. А для наших родителей у нас есть особый подарок. Ребенок? Нет. Это первые фотографии нашей совместной жизни, можно сказать. Мы уже здесь являемся мужем и женой, так что это вам. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for a two-fly. Hefty bag of home, I love. When you move me, everything is groovy. They don't like it, sue me. Когда мы выпустили шарики, мы поняли, что у нас получилась самая лучшая свадьба. Когда приехали домой, я сказала, что это самая офигенная свадьба, на которой я была. Да. Вот, поэтому, потому что я сделала ее сама, наверное, отчасти. Поэтому понравилось. Было все супер. Мы довольны. Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна. И нам не до сна, и от любви схожу я с ума. Чумачечая весна, чумачечая. Чумачечая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чумачечая весна пришла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чумачечая весна пришла.
Большая весна.